Обзор на роллы от Юджин Крабс. Я их еще, кстати, ни разу не пробовала. Сейчас покажу поближе. На упаковке присутствует лента контроля качества. Все роллы доехали до меня в идеальном виде. Кстати, вот этот зелененький ролл без риса. Буду пробовать такой впервые, но звучит как мечта. Даю вам возможность рассмотреть их поближе. Цвет настроения, девочки. Ну, вы поняли. Ролл Майами без риса с подкопченным лососем. Пробуем. Это очень вкусно. Обычно не очень люблю подкопченный лосось в роллах, но здесь... Следующий ролл – классическая Филадельфия. Рыбка просто свежайшая. Калифорния с креветкой, авокадо и огурчиком. Я просто даже не знаю, что говорить, потому что после каждого ролла хочется сказать. Это было очень вкусно. Next roll – это ролл с креветкой и икрой. Я не совру, если скажу, что это очень вкусные и достойные роллы. Роллам Юджин Крабс я ставлю жесткий лайк. Обязательно пиши свое мнение в комментарии.